это на нашем очередном уроке в клубе юных ученых Discovery. И давайте поздороваемся все. Выходите в круг, друзья. Пойдемте все. Все поздороваемся, потому что я еще здесь вижу очень симпатичную девочку, с которой я пока еще не знакома. Вот и есть возможность познакомиться. Ну что, друзья мои, давайте все дружно поздороваемся. Здравствуйте! Меня зовут Елена Борисовна. Хочу познакомиться с тобой. Как зовут тебя? Домили. Домили, очень приятно. Сколько тебе лет, дорогая? Пять. 5 лет. Всегда новым студентам мы аплодируем. Давайте эту традицию поддержим. Так, очень приятно с тобой познакомиться, Домили. Ребят, проходите, пожалуйста, все усаживайтесь. О, вижу, уже завязываются дружеские отношения. Это очень-очень приятно. Я уверена, что у тебя будет целая куча вот такая друзей. Ну что ж, ребят, теперь давайте по настроению и быстро перекличку. У нас сегодня невероятно много дел. А потом, как всегда, наши книжки успехов, конечно, будете ставить в книге успеха сами.